Сегодня 25 мая. 25 мая 1887 года в Самаре около Струковского сада и женского Иверского монастыря заложили первый камень в основание нового здания театра. Его построили по проекту московского архитектора Михаила Чичагова в русском стиле. При этом нашлось немало критиков, которые называли новый самарский театр побрякушкой, считали, что его строительство нужно всего 4000 горожан и упрекали власти в трате больших денег. 25 мая в 1908 году в помещении редакции газеты «Волжское слово» состоялось первое собрание организаторов трудовой земледельческой общины. На заседании присутствовало свыше 25 человек. Вопрос проекта устава общины обсудили тогда собравшиеся. Ежегодно 25 мая в нашей стране отмечают День филолога, а еще сегодня Всемирный день полотенца. В народном календаре сегодня Епифанов день или Рябиновка. Святому Епифанию Кипрскому христиане молились о защите домов от пожаров. С этой же просьбой наши предки обращались и к рябине. Считалось, что это дерево защищает не только от огня, но и от сглаза. Этими другими событиями и фактами вошел в историю 25-й день мая. Удачи вам в делах и прекрасного настроения!